Всем привет, хотел бы с вами поделиться реплеем. Это Жанбар. Я тут придумал такую тактику, которую весь бой придерживался. В общем, играть на Жанбаре от центра. То есть вот здесь вот, на этой карте где-то вот здесь вот всю игру вот так. Первую половину игры сидеть. И поскольку Жанбар достаточно дальнобойный и точный, то можно и его пушки можно легко перекладывать. Ну, видите, они вот здесь вот, да, находятся в носу. То можно обстреливать сразу два фланга по целям, которые засвечиваются. И довольно часто попадаются бортоходы там, ну, потому что они же не в первую очередь смотрят на фланг, а не на центр. И защищаются от фланга. Вот. И это позволяет настрелять в первой половине игры какой-то дамаг уже довольно большой. Вот. А во второй половине игры, когда видно уже, как события развиваются, соответственно, уходишь на тот или иной фланг или остаешься на центре там, по ситуации. То есть можно поддержать фланг, который требует, где требуется поддержка, можно помочь добить фланг, который и так уже добивают, побыстрее помочь его добить. Можно свалить от того фланга, где еще живы эсминцы, и уйти на тот фланг, где эсминцев убили, и безнаказанно там на линкоре нанести урон. В общем, такая тактика очень хороша на Жанбаре, потому что вот из-за его уникального расположения орудий, таких мало линкоров, которых просто, ну, они не зависят от... Им не надо подворачивать борт, чтобы стрелять, и не надо перекладывать на 180 градусов так вот пушки, а могут только вот в этой... Ну, там, на 90 градусов, условно, на пушке переложить, чтобы уже начать стрелять с другого борта. Да, ну вот видите, игра только началась, первая минута только закончилась, я уже могу тут порешили откинуть нормально. Что я и делаю, да? А где звук-то? Что-то звука нет, странно. Так, посмотрим. Эй, звук. Не знаю, что такое. А, звука нет. Меня-то хоть слышно, интересно? Не, вообще звук есть. Но в реплее звука нет. А, вот, появился звук. Не знаю, что это было. Ну, ладно, не важно. В общем, вот так вот, да, видите, вот тут раз с этого фланга цель. И, пожалуйста, откидываем. Потом, опа, ага, Сент-Луис, да, или кто там. Ну, короче, целей масса. Надо планировать, вот выстрелил, планируешь уже, куда дальше будешь стрелять, и как раз ты успеешь за перезарядку, если надо, перевести на фланг. Ну, там уже без меня добивают, вроде как, Сент-Луис, я поэтому решил. Но потом я посмотрел, что его вроде не добили, и решил попробовать по нему все-таки откинуть, да. Да, ну, вот. Ну, зря, потому что его добили. Ну, ладно. Better safe than sorry, как говорят американцы. Вот. Ну и, короче, вот, на этом фланге что-то цели мало. Ну, тогда переключаемся на левый фланг. На 7-10 линии. И вот тут Цитан подставил Циту. Вот. Пожалуйста. Ну, то есть, получается, такая игра, как бы, тир такой, да, ты просто стреляешь по цели, по сути. Ну, вот Эдинбург там сейчас подставился, но он уже отсветился. Но можно по Миссури откинуть, в принципе. Вот. Ну, ладно, тут по Миссури тоже не удалось откинуть. Так, ну вот, я решил поехать почему-то на тот фланг, не знаю почему, можно было там остаться. А, я за Холландом иду, потому что Холланд мне показывает, что у меня нет торпед. Потому что мало ли что там. Вот. Ну, а здесь такой турбобой, и видно, что мы уже как бы выигрываем. Но даже в таком турбобое мне удалось настрелять достаточно нормально дамага. Хотя, видите, я все промахивался первые там 4 минуты, хотя я мог бы уже не стрелять. Как-то мне не везло с разбросом, или я просто плохо стрелял. Вот. Ну вот я решил вслепую по Эдинбургу откинуть.
потому что целей много, и смысла нет ждать, пока он выглядит. Нормально там, видите, в цитку зашло. Ну, даже несмотря на то, что я вначале очень плохо стрелял, из-за того, что я в центре нахожусь, и это турбобой, мне удалось в итоге там набить нормально дамага. Вот один бург, видите, опять светится, и его не добили, поэтому... Пусть он вроде хилиться начал, поэтому я его сейчас... Ну, что-то у него жизнь ничему не научила, он так и шел бортом. Вот, поэтому... Опять цитка, и все, до свидания, не мог. Вот. Дальше что у нас происходит? Дальше я вижу, что этот фланг, тут что-то много этих эсминцев. Ну, два, да? Три даже, наверное. Два. А там эсминец далеко, Шима далеко. На правом фланге, вот здесь вот. То есть здесь, видите, два эсминца, зачем туда лезть? А там Шима далеко, плюс Хайланд еще туда идет. Поэтому я иду на тот фланг, на вот правый, первую, четвертую линию. Но параллельно, пока я в Венджи стреляю по тому, что дает себя повредить по всем кораблям, которые дают себя повредить. Вот, ну то есть я вот сейчас так вот поворачиваю этот фланг. Ну, здесь я борт подставляю, но они там увлечены своими непосредственными противниками, поэтому по ним стреляют не так много. Цитан только. Ну, Цитан, да, восьмерка, у него, наверное, не очень. Я не знаю, какой у него пробой, но я думаю, Жанбар, в принципе. Ну, какой-то. Мы очень боимся вот Изюма и Мусаши. Но Мусаши тут сейчас нету. Вот Изюма мы боимся. Но все-таки я решил почему-то, ведь я думал, я пойду на... Все-таки я решил добить Цитана, потому что, наверное, туда я решил, что там слишком много кораблей, и вообще там авик, и, короче, неприятно все-таки. Все-таки я решил попытать счастье против эсминцев, а не против авика. Плюс тут еще близко и этот Цитан, который можно, который покалечить достаточно легко. Вот видите, он там торпеду маневрирует. Он же не может прямо от всего сразу маневрировать. Ну, надо уже думать о том, что он во мне дальше, поэтому я к Цитану не иду, потому что Цитана об этом убил, а дальше что? Плюс там еще эсминцы. Поэтому я решил Цитана оставить. Плюс я бы не хотел, чтобы это была уж совсем турбина. А, точнее, это от меня не так уж зависит сильно, но можно пока... стрелять по кораблю с большим количеством хп, нанести побольше урона. Не знаю, зачем я это делаю, но почему-то вот мне хочется настрелять побольше урона в каждый бой. Хотя это довольно глупо вообще. Все так дрочат на эти цифры урона, а реально главное же выиграть. Главное, ну то есть главное делать не то, что принесет тебе больше урона, а то, что принесет победу. Но поскольку здесь уже и так понятно, что победа, то, ну, можно поклонатиться, можно там по урону, насчет урона там похлопотать, постараться цветочки выбить, вот, в общем, такое. Так, ну, а Такидзуки тут как-то неудачно спикировал, хотя он, я совсем про него забыл, и он мог бы тут мне, конечно, строить. Да. Вот. Ну и я, по сути, даже на какой фланг-то и не ушел. Я так и хотел на один фланг, типа на другой, но в итоге я так и остался на центре. Вот, сейчас можно порешили откинуть, в принципе. Не знаю, смогу ли откинуть или нет. По идее, да. По идее, получается. Или по Миссури. А, я решил по Миссури, потому что я не хочу делать фраги, чтобы подольше бой продлился. Ну, такое уже начинается, короче, конечно. Соображения такие уже. Не совсем игровые. Элдинг там, вот хочется по Элдингу, конечно, закинуть. Но все-таки я решил Элдинга не убивать, потому что так можно и закончить бой. Лучше по изюму, да, урончик по... Элдинг, кстати, прикольный эсминец, жалко, что у него нет, я бы попробовал его поиграть. Вот, ну, видите, хороший такой урончик по изюму. У нас осталось 5 очков.
Это вот откуда эти торпеды, я так и не понял. Ты что, Изюм, что ли, отправил торпеды? Я не знал, что у нас торпеды. Ну все, Изюм добили, и бой заканчивается. Да, ну вот такой вот бой. Спасибо всем.